Раз, два, три. Сейчас проверю. Нормально там слышится. Да, минимальная задержка. Отлично. Всем привет, кто пришел, кто не пришел. Ладно. И здравствуйте всем тем, кто пришел. Всем тем, кто еще придет. И всем тем, кто смотрит, посмотрит, скорее всего, в записи. Как вы поняли, будет, видимо, кровная вражда. Будем пытаться хотя бы пройти хоть что-нибудь. Вот. Хотя бы что-нибудь. Я уж не обещаю, что прям полное прохождение будет. Игрушечки новые, но что-нибудь намутим, как-нибудь пройдем. Мне бы еще бы... найти бы... А, вот, все, я нашел. Я просто немножко не туда посмотрел. Не в то направление. Не в ту стезю. Вот, пока что я подключаю... Веб-камеру. Вот, что я подключаю. Можно пока что задавать какие-то вопросики интересующие. Они, скорее всего, скопились. Я не верю, что у вас нет вопросов. После 3 месяцев, даже 4 безмолвия. Потому что тот, если неудачный стрим считать, то считаю, что 2 месяца не было, но не суть. Не суть. Я думаю, это не важно и не критично. Сейчас вот надо все переставить. Музыка пока идет. Музыка идет, все хорошо. Я вот ее слышу у себя во втором наушнике. Потому что попутно я проверяю, насколько все слышно, насколько все классно, охерительно и прям вообще опупительно. Ух ты, ай-яй-яй, больно по ушам. Сейчас больно по ушам было. Ай. Да что такое? Веб-камера настроена, да-да-да, я в курсе. Спасибо, что уведомляешь меня об этом. Устройство видео. Так, вебка. MGP формат, полное автонаблюдение. Да, готово. Угу. Так, а здесь что у нас? Так, я вот это здесь тогда. Зачем я перешел на ту сцену? Не знаю. По сути, мне должно сейчас было видно, потому что вебка активировалась. Во. О, все отлично. Блин, а света нет теперь, да?
освещение у меня, конечно, феноменальное. Ничего не скажу. Ну ладно, посмотрим, что будет. Вспоминаем кнопки. F1, F2. О, это я. F3. Это включение. Включения нету. F4. Не помню, что. F5. Ага. F6 тоже. F7. F8. Все. Я вспомнил, в принципе, все. Все я вспомнил. В чате не... У меня тут некоторые люди не могут писать в чате. Сейчас посмотрю, почему. Ограничить частоту написания, наверное, 2 секунды поставлю. Участники. Открыть чат в новом окне, показать, скрыт. Должно сейчас нормально, кстати, работать. Я не знаю, почему. Вот. Так, пока с экрана есть. Ой, чат, отлично. Я чат немного тогда... Привет, Пуканчик Тодо 8, давно не виделись. Так вот немного сделаю по это. Аватары надо, чтобы... Вот, все, нормально. Все настроил вроде. 3 месяца не было стримов вообще. Даже намека на стрим. То, что... Так, F3 это... Да, F3 это то, что я думаю. Погоди, а почему черный экран, кстати? Захват экрана. Так. Захват экрана не делается. Интересно. А захват игры есть? Все, ладно, есть, в принципе. Сейчас посмотрю, в принципе. Что будет? Так, я тот вырубил. Вот. Так, я пока вот так вот сделаю. Пока вот так. А, запущу кровную вражду. Наверное, сейчас. Я должен ее запустить. Я ее запустил. Отлично. Надо было еще немножечко добавить. Опа. Так, есть, надеюсь, там изображение. Плюс в чат, если есть изображение кровной вражды. Точнее, самой игры. Вот. Так что, если есть, плюс в чат, дорогие друзья. Если нету, то минус в чат, соответственно. Ну, сейчас нам будут предыстории, скорее всего, рассказывать. Ну, громко. Дверей снимай оковы. Пусть бедолага хоть поест по-людски. Не нравится мне все это. А если он сбежит, за него же кучу монет платят. Да брось ты! Его везли неделю, он ни разу не взбрыкнул. Чего ему сейчас удирать? А я вот все в толк не возьму. Как этот доходяга умудрился вывести из себя королеву Зерикани? Она же просто Мегера. Ведьма на троне. Настоящее проклятие. Ладно, хватит о ней. Что ты там рассказать-то хотел? Историю какую-то. Помнишь, пока мы в карты резались? Да, почему бы и не рассказать историю? Раз уж речь зашла об одной королеве. Ну и тут, да, начнется. Ну, пропускать я, естественно, ничего не буду. Кровная вражда, ведьмак, истории. Классно. Уху, е, классика. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нам расскажет? Отлично. Хорошо. Можно я убавлю немножко звук? Я потому что что-то прям... музыка немного на семерку, звуковые эффекты на шестерку, громкость речи я на восьмерку, наверное, применить настройки, хотя громкость музыки еще на шестерку так вот сделаем, нормально. Так, вообще игру видно, мне вот вопрос на миллион как бы. Ой, игра отлично, я ее вот так чуть-чуть подправлю. О, вот понятно. А почему она на 1080 на 1020 развернулась, мне непонятно. В чат, если по телевизору надо ударить, чтобы он не стал больше качать. Да. Это игра, если телефон. Да, это кровная вражда. Я не знаю, почему на 1920 на 1080 вытянулась игра. Понятия не имею. Сейчас я вот ее немножко получше сделаю. А я не знаю почему, кстати. Не знаю. Просто не знаю.
Если с телефона смотреть, то изображение уехало, да. Оно так и есть, изображение уехало. Так же, как и чат, правда, уезжает куда-то. Может, чат куда-нибудь сюда переместить, я не знаю. Куда-нибудь вниз. Хотя... Нет, пусть здесь остается, и вот так вот. И без аватарок тогда, друганы мои, друзья мои. Хорошие. Так вот, чуть-чуть. Надо вот немного... изменить чат. Тогда сделаем не на тысячу, а на сколько? Наверное, 1000 на 700, нет, на 850 сделаю высоту. Должна быть нормально сейчас высота. Опа, есть. Так. 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 Наверное, вот так лучше. Хотя чат будет уезжать куда-то. Блин, я не знаю, как чат вытянуть нормально, чтобы было. Вот если я вот сюда вот его вставлю, куда-нибудь вот. Можно уменьшить чат или увеличить камеру. Камеру увеличить я могу, в принципе. Сейчас я немного ее увеличу. Во, я себя увеличу. Но мне нужна подсветка. Мне нужен свет в конце тоннеля. Мне нужен свет. Тогда я отключу, наверное, этот. Вот это. Вот эту штуку. Так и быть. Я включу кулер второй. Я включу вот так. Я включу вот так. Меня будет видно, наверное. Я вот так причешусь. И да, это кровная вражда, ведьмак, все дела. А, сейчас я посмотрю, что там еще мне пишут. Да. Я не понимаю. Чат вроде, кстати, действует. Действует. Я видел растянутая игра. Сраная. Ладно, не сраная игра. 1000 рублей. Не сраная игра. FPS 30, кстати, стоит на чате. Кстати, чат сейчас должен... Наверное, 1080... 1280 на... 720, если я поставлю чат, мне интересно, что будет. Так. Можно уменьшить чат. Вот. Как бы, если, наверное, чат, то уменьшим так его. Я его, наверное, вниз вот сюда перемещу. Наверное. И все, и вот так вот будет нормально. Но что-то здесь он на фоне не будет, конечно, видно. Да. Я насчет чата вот не позаботился только. Да, как-то так. Как-то так. Я не знаю, почему некоторые, кстати, люди не могут написать... Некоторые люди не могут написать чат. Я не знаю, почему. У меня чат открыт, кстати, для всех. Все нормально. Все нормально. Чат не обновляется, что ли? Нет, обновляется. Если я вот так вот чат... Не, не помогло. Дресня получилась. Дресня. Согласен. Получилось немножко дресня. Немножко. Если я немного вот на себя вот так вот... Ну, вебка, да, говно, согласен. Согласен, вебка, говно. Ну, ладно, новый будет покупать. Я пока не знаю, когда буду новый покупать. Вот. Да. Так оно и есть. Я понял. Так. Я чуть-чуть так изображение немножко съехавшее сделаю. Во, нормально. Я чат вниз сделал. Ни у кого возражений нет, вот чтобы он вот так вот висел, чат. Вот если сейчас есть возражение, плюс в чат. Если есть возражение... блять, господи. Возражение. Вот. Если есть возражение по поводу чата. Я все-таки последний раз попробую, наверное, выставить разрешение 720 на 720, наверное. Тогда выставлю так, как и было.
все. Вроде должно сейчас. А кстати, игра сама не громкая, я вот ее чуть-чуть сбавил. Ее надо, наверное, прибавить наоборот, да? Вот чат я вот сделаю такой небольшой. Сейчас я его еще чуть-чуть побольше чуть-чуть сделаю. Вот. Если он здесь будет. Да, он здесь будет, наверное, закрывать. А там колода будет. Там он колоду будет закрывать. Но здесь, в принципе-то, ничего такого. В принципе, я его сюда все-таки оставлю, наверное, туда. Чтобы аватар чуть-чуть вот сюда его сдвину наверх. Вот. Все. Вот сейчас есть какие-то возражения, претензии, то я. То я его уберу. В случае, если чего, то я его просто тупо уберу. Окей? Надеюсь, что окей. По крайней мере. Так. Все. А, кстати, они еще играют анимированно до сих пор. Вот. Я перейду по ссылке, которую я там кинул. Посмотрю, как это вообще выглядит в принципе. Частота отправки сообщений ограничена. 2 секунды минимальная. Да. Частота ограничена. Чат есть. Смотрит 2 человека. 1 лайк. Отлично. Кстати, у Кровного Вождя Ведьмака на этом YouTube гейминге не отображается значок того, что это вообще к игре относится. Прикольно, да? Вот так. Так, я сейчас к одному. Я выйду с одного человека на другого. Да. Все. Я просто посмотрел, как у другого человека выглядит мой этот стрим. Все. Отлично. Если есть возражения будут по поводу чата, то сразу пишем, и я выключаю непосредственно чат, и мы. И все нормально. Надеюсь, не будет ничего лагать, передеть, кукарекать. Все. Ладно, все. Кровный Вражда, поехали. Игра этого года, однозначно. Как-то вот так. Все, камеру я. Так. И чуть-чуть, чтобы мне свет просто. Лицо не светил. Все-таки. Так. Графика у меня на высокой. Синхронизация включена. Сглаживание у меня включено. Эти премиальные карты какие-то. Я не знаю, что такое. Конфиденциальность у меня. Куда мне перевести? Не надо. Я понял, что профессиональность русские, разрешены, передвижение камеры, масштаб разрешения, полный экран, графика, да, звук. Громкость речи я все-таки на 7 сделаю. Все. Не, а хотя нет, 8 пусть останется. Поэкспериментирую. А потом суть что изменит. Новая игра. Сюжетка. Для тех, кто хочет спокойно следить за историей Мэйва, пропускай битву по своему усмотрению. Обычная. Для тех, кто любит как интерес сюжет, так и битву умеренной сложности. Повышенная. Для тех, кто хорошо знает Гвинт, готовится к серьезным испытаниям. Это явно не для меня. Я смотрите, я поступлю еще более умно. Кто хочет, вот, голосует за сюжетную, кто хочет за обычную. Мне, в принципе, вот все равно. Но я как бы здесь полагаюсь на ваш голос, голос народа, я не знаю, голос людей, которые будут оценивать это. То есть решайте, в принципе. Вот. Я выключу, пожалуй, мешающие мне девайсы, потому что они меня напрягают немножко. Вот. У меня что-то такое ощущение, как будто чат вообще не работает. Что он тупо завис. Но не знаю. Все, ладно. Окей. Все, вот так вот я немного еще чат двиганул. Я не знаю, в принципе, можно по сюжетке пойти, а можно пойти обычный плюс сюжет. То есть, ну, вначале, конечно, сюжет в перспективе будет, а потом как бы и бои такие не более, ну, не больно сложные, но в то же время и не
такие. Ну, я не знаю, по сюжетке бы, кстати, вот войти. Было бы интересно, кстати, потому что по сюжетной я не видел ни у кого на стриме, чтобы кто-то шел по сюжетке. Все шли либо по обычной, либо по повышенной. То есть по сюжетной я не видел других стримеров. И то я посмотрел, по-моему, там двухчасовой у кого-то стрим и как бы забросил. То есть дальше не стал смотреть и вникать в то, что происходит вообще. В принципе. Я вот сейчас выйду и зайду. Я понял, что не можешь писать. Вот как? Я не знаю, что делать. Погоди, а как? Как тогда? Скрыть. Я понял. Сюжетку, да, можно, кстати. Так, я сейчас тогда... так. Так. Я чат... А я чат нет, я оставлю. Чат я оставлю. Я сейчас тогда зайду опять через этот... как его? Через YouTube Gaming. Посмотрю, что там происходит вообще. И почему у меня некоторые люди, кстати, не могут писать. Это меня немножко... немного смущает. Я не скажу, что прям настораживает, но смущает. Сейчас я посмотрю. Канал... YouTube Gaming. Сообщество. Здесь у меня где-то. Я не помню, где у меня... Здесь должно... Да господи. Подписчики, настройки сообщества, наверное. Я здесь посмотрю. А, наверное, это как не зарегистрировано. Просто некоторые как не зарегистрированы, скорее всего. Да. Да. Да, да. Не зарегистрированы пользователи не могут писать. Понял. Все. Да. Присутствует на стриме не зарегистрированы пользователи. Да, правильно. Да. Вот, нашлась, в принципе, причина. Точнее, логичное объяснение тому, что... Что, в принципе, происходит. Вот. Так, я тогда выключу. Там, включу здесь. Смотрю, частота отправки у меня действует. Ограничить я не буду. Автоматическое модерирование чата я тоже выключу. Должно сейчас все эти изменения сохраниться. Наверное, вот так. Наверное, так. Сейчас я не знаю, что будет. Сейчас я не знаю, что будет. 23 минуты колбасимся. И даже первые 10 минут не поиграли. Шикарно, что. Да. Ну, ограничения сняты. 3 человека смотрят. Ладно, пошлите. В принципе... Мы в Гвинт мы еще поиграем на стриме. А вот по сюжетке мы не продлим. Так что давайте сюжет. Сюжет. Все. Выбираем сюжет. Все-таки сюжетка интереснее. Здесь достаточно интересный сюжет. Она на 50 часов, как Project уверили. Я не знаю, или на 30 часов. То ли на 50 часов. Шел 1267 год. В воздухе чувствовалось приближение войны. Могущественная Нильфгардская империя бросала алчный взор на соседние королевства Севера. Перед лицом угрозы их правители провели встречу, подписали декларации о братской взаимопомощи, заключили союзы, затем воодушевленные разъехались. Одной из них была Мева, королева государств-близнецов Лирии и Ривии. Вы слыхали о ней? О ее красоте? Еще бы. Только знаменитой она стала благодаря не внешности, а упорству и отваге. Так о чем это я? Ах да. Кортеж королевы был уже в нескольких днях пути от столицы, когда вдруг объявился граф Колдуэлл. В отсутствие Мэвы он должен был помогать ее сыну, юному принцу Вильяму, править королевствами-близнецами. И история началась, собственно. Колдуэлл был измотан быстрой ездой. На кончиках его усов собирались капельки пота, а шея была истерта накрахмаленными брыжами. Чем? Брыжами?
Не знаю такого. Мое почтение, королева. Рад видеть вас в добром здравии. Переговоры прошли плодотворно, я надеюсь. Ну, как видишь, мы подписали там договор с Хельсельтом, с... Господи. Я сейчас вспомню всех королей Севера. Я так понял, не участвовали короли Ковера и Повиса, но они как нейтральные королевства, поэтому они и по сюжету книг вообще не участвовали вот во всех этих войнах Севера и Юга, считай. Ну, если вот так глобально все рассматривать. А так подписывали, ну, насколько по знаниям Ведьмака, всех трех частей Ведьмака, ну, еще плюс книг. Хельсельт, король, насколько я помню, Каэдвена. Димавен, король Нижнего Верху Айдирна и, по-моему, Махакам провозглашен. А, нет, Махакам это Тимирский король. Я забыл, как правильно. Я сейчас вот не вспомню сразу. Ну и вот Мэла. Вот, то есть вот такие королишки. Да, обменялись письмами, подписали бумаги. Ценность этих бумаг покажет время. Ну, надеюсь. Однако, довольно церемоний, Колдуэлл. Говори, что случилось. Вряд ли тоска тебя так измучила, что ты решил приехать ко мне. Да, Ваше Величество, в самом деле. Причина другая. Какая же у тебя причина? Бандиты, эти кобели и спаллы, с которыми я должен был разобраться во время вашего отсутствия. Кобели спали. Боюсь, ситуация вышла из-под контроля. По твоей роже я вижу, что она вообще... Ситуация явно не контролируется. Очень жаль. Я сомневалась, стоит ли доверять тебе это задание. Я знаю, что стратег из тебя как из меня пастушка. Да. Но за тебя поручился Рейнард. Ваше Величество, да это же просто бандиты. А под началом графа Колдуэлла целый вооруженный отряд. Да. В следующий раз я доверюсь своей интуиции. А теперь говори точнее. Что именно произошло? Я отправился по их следу, как вы приказали, госпожа. Мы шли за ними по пятам неделями, пока лазутчики не обнаружили лагерь кобелей в лесах под Локереном. Мы вознамерились атаковать ночью, чтобы застать их спящими. И? Но нашли только пустые шатры и чучело вокруг костра. А пока мы ждали сумерек, бандиты обошли наши позиции и пробрались сюда, в Орлиный ручей. Та, нормально. Что? Орлиный ручей? Там же разместились сборщики податей. Как? Неужели все золото? Похищено, Ваше Величество. Но клянусь богами, я сделаю все, чтобы его отыскать. Если вы того желаете. Я провела месяц в седле и желала бы всего лишь принять горячую ванну и выспаться в собственной постели. Но это придется отложить. Ну, отложить, да, придется. Че так, че вы там пописываете? Писульки какие-нибудь. Создал. Всем привет, привет, удачно проходить. Спасибо. Все, отлично. Кстати, чуть-чуть вот поправить. Вот, все нормально. Чтобы мне просто в глаза не слепило, чтобы не разжижало мозг. Вот. Да. Так что, да, спасибо всем. Ну а всем тем, кто останется до конца, может даже будет какая-нибудь плюшка перепадет. Но об этом я помолчу, пожалуй. Не буду, так сказать, спойлерить немножечко. Вот. Так, я донатик уменьшу немножко. Так. Вот так вот чуть-чуть сюда его. Еще чуть-чуть. Вот так. Слем так. Все, есть нормально. Так, это, да, я лично займусь этим делом и буду командовать твоим отрядом, Колдуэлл. А ты пошли гонца в Орлиный ручей. Пусть подготовится к прибытию королевы как следует. Протрут пыль, проветрят комнаты. Видишь, Рейнард, я говорила, что так и будет.
Мой сын не был готов управлять целой страной. Должен признать, что принцу Вильяму предстоит еще многому научиться. Да. И у него мало времени. Добро пожаловать в обучение кровного рождения. Прежде чем отправиться в путешествие, познакомься с основными правилами. Окей. Может, пропадать, идите по мощенной дороге, чтобы двигаться по сюжету. Я могу не по мощенной дороге еще двигаться. Это я знаю. Так, здесь что-нибудь есть полезненькое? Так, ну да, по сюжету. Мощенной дороге. Ну, в основном мощенной дороге будем двигаться. А там уже... Лагерь какой-то разбили. Так. В ходе игры вам нужно будет увеличить свою армию. Для этого понадобится золото, древесина и рекруты. Ну, у меня 2 500, 500 и 40. Вот так вот. Ну, у меня, в принципе, во время путешествия вы найдете немало полезных предметов и даже встретите новых товарищей, которые поддержат вас в бою. Отлично. Чтобы ничего не пропустить, внимательно следуйте карте и выполняйте побочные задания. Окей. Чтобы не... А, это я читал. Так. О, я уж думала, бандиты едут. Это что, мать? Ты с кем? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Ты с королевой? Руку они на огне поджаривали, чтобы открыла, где золото зарыто. Она померла, но им не сказала ничего. А я знаю, где у нее был тайник. Погодите, я вам нарисую. Поздравляем, вы нашли карту сокровища. Смотрите вокруг и постарайтесь искать место, обозначенное крестом. Домик и крестик. И деревце. И пенек. Так, окей. Запомните. Кобелями их кличут, матушка. Потому что горластые они, да кусучие. Фига себе. Нормально. Так, наймем. А, за бесплатно? Кобелями их кличут, матушка. Да я знаю, все, хорош. Потому что горластые они, да кусучие. Так, 26 досок нам было. Нормально. Опа. Все. Так, еще что у нас есть? Так. Так. 28 золота прибавили. Отлично. Итак. Нет, это место не похоже на... Что такое какое-нибудь. Так. 12 деревяшек плюс 25 монет. Отлично. Так, еще вот где-то здесь. Так, погодь. Там что было? Можно карту? Там был домик. Погоди, домик. Пенек. Может здесь? Да, здесь. Отлично. Рернайт Ода, поздравляю, вы нашли карту, которую сможете использовать в сетевой игре Гвинта. Отлично, спасибо. У меня Гвинт есть, так что нормально. Гвинт мы тоже когда-нибудь сыграем, это я гарантирую. Что это? Путь пригражден, чтобы устранить препятствия, придется потратить часть ресурсов. Каких? Ваше Величество, кто-то обрушил на дорогу старый дуб. Наши повозки его не объедут. Что прикажете делать? Позвать лесорубов, солдаты должны поберечь силы, раздать солдатам топоры, пусть берутся за работу. Минус один солдат и плюс 25 досок. Пусть немножко разомнутся. Во. А то золото как-то тратить мне неохота. Все-таки золото это ресурс, который, я думаю, нам понадобится. Ну, не скажешь, что первый... Так, интерактивные объекты обычно ясно обозначены на карте, но если и исключение. Некоторые события невозможно предвидеть, так что будьте начеку. Граф Колдуэлл ехал во главе колонны, внимательно глядя по сторонам. Хотя был он уже в годах, зрение его обычно не подводило. Не подвело и сейчас. Ваше Величество, там за деревьями бандиты! Солдаты из отряда графа плохо знали королеву и попытались загородить ее. Королева, однако, тут же растолкала их и помчалась с диким криком прямо на разбойников, подняв над головой меч. Вперед! В атаку! Вперед, в атаку, чё, королева пошла, учу, псы. Будьте
Так, Мэла была убеждена, как только грабители поймут, что напали на кортеж самой королевы, они струсят и удерут в лес. Большинство работников так бы и поступили, но ни кабели не спало, для них не было ничего святого. Сюжетная битва, заданная колода. Окей, начать бой. Давай начнем. Это поле битвы. Вы будете играть карты в нижней половине поля, а ваш противник в верхней. Это я знаю еще с Гвинта. Так, отряды можно размещать в одном из двух рядов. Рукопашный или дальнобой. Помните, способности некоторых карт будут действовать по-разному, в зависимости от того, где они сыграны. Окей. Обычная битва длится не более 4 раундов, тот, кто первым выиграет, 2 раунда выиграет битву. Окей. Игроки ходят по очереди. Во время хода вы можете сыграть только одну карту и применить любое количество способностей. Без проблем. Партия начинает тот, кто первым вступил в бой. В этом случае вы попали в засаду, поэтому начинает противник. Окей. Пусть начинает противник. Кабель прачник. Переместить отряд. Нападать на королеву? Ага. Какая наглость. Всего каждого сыгранного отряда будет добавлено к общей силе, вашей армии. Ага, понятно. Игрок в армии, который больше единиц сил, к концу раунда выигрывает этот раунд. Ага. У некоторых отрядов есть броня. Броня обогащает часть урона, нанесенного отряда. Ваше Величество, солдаты ждут, когда вы поведете их в атаку. Ага. Большинство карт есть та или иная способность. Чтобы узнать о ней больше, выберите карту и прочитайте краткое описание. Дополнительные сведения появятся, если щелкнуть по карте правой кнопкой мыши. А, сыграйте любую карту. Так, дополнительный ответ. Она работает. Я поводу явочек со 100 шагов, может, не с первого раза, но когда-нибудь сыграть. Ваше Величество, давай допрашивать черви. Давай пойдем, вот как нам показывают, с крестьянами. Вот все вы и дождь. Хранители этих земель. Они пойдут за вами в огонь, госпожа. Скажите только слово. Ну, отлично. У косиньеров есть способность верности. Значит, и прочие способности активируются каждый раз, когда вы применяете способность верности. Отлично. Каждый лидер обладает собственной уникальной способностью, чтобы узнать его. Так, надо прерваться. На пару секундочек. Так, посидите пока. Ща. Надо. На пару секундочек отойти. Вот. Сейчас посидите, кайфуйте. Так, я тут. Игра не орёт, мне интересно просто. Я просто сейчас выключу немножко стрим у себя на этом. На устройстве, я не знаю, орёт, не орёт игра. Вот. Один человек смотрит. Отлично. Кстати, не лагает, интересно. Вроде не лагает. Вот. Так, каждый лидер обладает способностью... собственно, уникальной способностью. Так, два я забыл. Я два просто забыл нажать. Во, нормально. Во, я вот так вот сяду немного. Вот так вот немного. Так, самарский дракош. Ёбаный рот. Да, бывает. Бывает и такое. Все. Каждый лидер, чтобы знать о ней больше, выберите лидера. Окей. Дай мне посмотреть. Опа. Способность мой позволяет усилить отряд и добавить ему брони. Эту способность можно применить один раз в несколько ходов. Чтобы активировать способность мой, выберите ее, а затем один из своих отрядов. Так, усильте дружественный отряд на 4 единицы и добавьте ему 1 единицу брони. Ходов до восстановления 3. Окей. Я научу вас уважать корону. Так, одна броня ее. Так, на этом ходу вы уже сделали все, что могли, пора завершить его. Окей, решаю.
Всем приятного аппетита, кто ест воду. В погоню! Чё, кого? Погоди. Усилит эту карту на один из каждый раз, когда вражеский отряд получает турбо. Рашка, равное число карт. Давай Колдуэна сыграем. А теперь урок смирения. Да? Ха-ха! Кобели уже поджали хвосты! Ну, да, нормально. Завершаем ход. Кнопка, это монетка. А ты получил? Тревога! Нас обстреливают! Ух ты. Карта вашего противника тоже не способна внимать, читать их описание и действовать по ситуации. Сыграйте любую карту. Но у меня одна карта осталась, так что... Доспехи их не спасут. Вы выиграли! Трубите победу! Если вы сыграете все карты, придется не закончить ход, а спасовать. Это значит, что вы не можете достигать никаких действий до начала следующего раунда. Чтобы завершить последний ход раунда, на кнопку монеты. Окей. Игрок, в армии которому больше единиц сил, к концу раунда выигрывает этот раунд. В случае ничьей оба игрока получают одну очку победы. Битва еще не окончена. Лучше поберечь силы. В начале второго и третьего раунда игроки берут по три карты с колоды. Занять боевые позиции! Защитить королеву! Игрок, который выиграл предыдущий раунд, начинает следующий. Сыграйте любую карту. Я сыграю карту. Надо было слухать мою бабу. Надо было слухать твою бабу. По-любому. Так, ну конец хода. Посмотрим, что он сходит. Как ты попал одному сапогу в глаз 20 шагов? А, ну этот мне он нанес противоположную сетим по одному единицу. Ага. Сыграйте любую карту. Давай еще одну сыграем. В эту жатву вместо жита черных косить будем. Нормально, завершить свой ход. Завершай свой ход. Че дальше? Как он сходит? Так, я, наверное, увеличу. Так, сделаю. И сыграю. А, ну и сыграю. Лирия! Ну и пас, соответственно. Чем они больше, тем проще попасть. Вы выигрываете два раунда подряд и побеждаете в этой битве. Тебе поздравляю. Окей, поздравляю спасибо. С очередной победой, ваше величество. У разбойников спасибо. Не было шанса. Естественно. Короля уж всё. Релизская хоругвь, не убирать. Так, видно, и впрямь все вышло из-под контроля. Сказала Мэва, скрестив руки на груди. Раньше они не грабили на главном тракте. После нападения на сборщиков податей они, должно быть, обнаглели. Оправдывался Колдуэлл, избегая гневного взгляда владычицы. Довольно, Колдуэлл. Пора с ними покончить. Вперед! Королевская свита отправилась дальше. Впереди шла кавалерия, за ней маршировала пехота и арбалетчики, а позади шли бандиты в цепях. Хм, кобели в цепях, собаки в цепях. Нормально. Так, ой, куда? Так, собираем трофейчики. Нормально, так тут погромили. Неплохо. Обожаю этот вид. Да, Лирия — жемчужина севера. С красотой ее холмов и долин может сравниться лишь красота ее владычицы. После трех недель в седле? Сомневаюсь, граф. Разобьем здесь лагерь. Солдаты отдохнут, а я устрою смотр. Чтобы начать смотр войска, даже разбить лагерь.
Разбейте лагерь, нажав кнопку палатки слева. Окей. Объект лагеря позволит вам расширить армию и получать важные сведения. Окей. Большинство объектов можно улучшить в мастерской. Не брегайте этим, если хотите получить более сильные отряды и облегчить свое путешествие. Зайдите в мастерскую. Окей. Если вы можете создавать и улучшать объекты в лагере, а здесь вы можете. Чтобы увеличить объект, нужно собрать необходимое количество ресурсов, золота и древесины. Ага. Включаясь, вам понадобится карта региона. Чтобы получить ее, необходимо улучшить королевский шатер. Улучшить королевский шатер до второго уровня. Окей. Улучшаем. Благодаря этому улучшению вы получили карту региона, которая доступна на главном экране. Хорошо. Саму мастерскую тоже можно улучшить. С каждым следующим улучшением будете получать доступ к новым, более сильным отрядам. Пойдите в штаб-командование, чтобы устроить смотр армии. Штаб-командование — это что? Интернет, да? Да, это. Штаб-команд можно создавать отряды, формировать армии с доступных карт. Ага, улучшайте его, чтобы увеличить лимит найма. Благодаря этому вы можете нанять более сильный отряд. Хорошо, слева расположена карта, которая здесь уже есть в вашей колоде. То есть это вот в моей колоде. Ага. На главном экране показаны все доступные карты, которые можете создать и добавить в свою колоду. Ага. Доступ к новым картам можно получить, улучшая улучшенный плац и мастерскую, выполняя сюжетные задания. Серые карты доступны, но еще не созданы, их можно будет добавить в колоду только после создания. В колоде может быть не менее 25 карт. Сейчас сумма стоимости найма не превышает лимит. Сейчас лимит найма составляет 125 очков. Для создания новых карт вам необходимы рекруты. Рекрутов можно нанять на вербовочных пунктах, обозначенных на карте значком шлема и в ходе сюжетных заданий. Ага. Вы получили дополнительный ресурс для создания карты Вагенбург. Создайте ее. Вагенбург. Это вот это, я так понял, да? Да. Как создать? Создать. Создаем. Отличники. Отлично. Добавьте Вагенбург в свою колоду. Добавил. Сейчас вы можете посмотреть, создать новую карту или вернуться на главный экран, продолжить путешествие. Так, хоругвь. Во, не убираем столько. Каждый раз, когда мы используем свою способность, уменьшать число ходов до восстановления на 1. Взяли храбрость, усилиться на 10. Так. А его переместить туда не... А, ну ладно. Ну и все, в принципе. Сохраняем колоду. Теперь загляните в другие постройки, чтобы познакомиться с их функциями. Вернитесь на главный экран игры и продолжите путешествие. Хорошо. Что у нас? А, в королевском шатре можно почитать полученные письма, а также изучить карту вместо ключей и фрагмента карты. Королевский шатер может перейти из главного экрана, нажав значок рюкзака. Письма. Что у нас по письму? Письмо дворецкого. Ваше Величество, мастера из Градоборна, соткали новый гобелен для трона зала. Надеюсь, он вам понравится. На нем изображен центрийский лев, унаследованный вами от короля Карама I. Обнаженные клыки изображены очень натуристично, а родовой меч темерских теленов выглядит так, словно его выковали в глубинах Махакама. Уверен, этот гобелен станет прекрасным украшением замка Лири. С теперь мы ожидаем вашего возвращения. Гюстав Перро. Или Перро, не знаю, как правильно. Королевский дворецкий. Ну, в принципе, да, выглядит неплохо. Письмо от короля Димовен. Дорогая Вэлла, спасибо, что привела на совет. Какая удача, что мы не стали и дальше откладывать встречу. Как сообщают мои люди, за ее руку уже стоит пыль столбом от поступающих отрядов. Помни, чтобы не случилось, я полностью безоговорочно тебя поддерживаю. Всех благ, Димовен. Окей, рапорты. Рапорт маневры Нильфгарда, скорее всего. У подножия гор Амео в окрестностях Оренбура замечена повышенная активность войск Нильфгарда. Посол заверяет, что это обычные учебные маневры, но численность оснащенных мобилизированных отрядов определенно противоречит его словам. Рекомендуется усилить пограничный гарнизон и устроить патрули вдоль берега Яруги. Кобели спал. Шайка разбойников, которые собираются встать бунтом в темницу замков в спальне. Состоит из карманников, вымогателей, головорезов и убийц. Неужели главным образом краткоствольное оружие, пращи и украденные в спальне пыточные орудия, топоры, палачи, пилы и молоты. От прочих бандитов кобели отличаются смекалкой и дерзостью. Они нападают на хорошо вооруженные конвои, дворянские имения. Личность предводителя шайки установить не удалось.
хреново, что не удалось. Какие-то вилки. А, понял. Фрагменты, вот все у нас. Так, что вы там пишете? Мне вот интересно. А, ничего нет пока что в комментариях, да? Жаль. Жаль. 50 минут стрим, нормально. Уже часик. Нормально. Так, чё, мастерская у нас. Чё, пивная. Отлично. У столовой Так, в столовой можно поговорить с боевым товарищем, уделить ему немного времени, откройте не одну тайну. Окей. Да, минутка поговорим. Отдыха? Да. Но если у вас есть для меня новые приказы, госпожа, я в любой момент. Вольно, Рейнард. Вольно. Тебе не скучно сидеть здесь вот так одному? Поболтал бы хоть с кабачиком? Благодарю за заботу, Ваше Величество. Но я предпочитаю посидеть в тишине. Ты всегда был таким нелюдимым? А вот и нет, госпожа. В юности я любил блистать в обществе. Что же случилось? Да, что случилось с тобой? По этой причине едва не лишился головы. Вы не знаете этой истории, госпожа? Как я стал адъютантом вашего покойного супруга? Нет. Нет, но охотно узнаю. Мне было 20 лет, когда я поступил на службу в армию. Благодаря происхождению мне сразу дали чин десятника. Но бывалые офицеры смотрели на меня сверху вниз. И по делам, впрочем. Мне непременно хотелось завоевать их расположение. И вот я начал делиться с ними своим мнением насчет решений короля. Этот маневр Регинальд провалил... Тот не продумал, здесь допустил детскую ошибку. Ну и... Ну... Что ж, Оригинальд не был выдающимся стратегом. Не зря его звали могучим, а не мудрым. Очень скоро я был арестован. Один из офицеров донес на меня. Я обвинялся в оскорблении государя. Это был военный трибунал, так что хватило четверти часа, чтобы признать меня виновным и приговорить к петле. Озвучит, кстати, звуковик, который Мимира в God of War 4 озвучил. Но Регинальд остановил экзекуцию и велел мне повторить, что я говорил о нем слово в слово. Я обливался потом, у меня ломался голос, но я выполнил приказ. Регинальд слушал, слушал, а когда я закончил, он признал мою правоту и сделал своим адъютантом, сказав: «Такой башковитый парень под рукой мне пригодится». Что ж, может, сам он был не слишком сметливый? Но я должна признать, он слушал советы тех, кто был умнее. И тогда я поклялся себе в двух вещах. Во-первых, что перестану молоть языком как болван. Во-вторых, что буду неизменно оправдывать его доверие. И это тебе удалось. Знаешь, что он сказал мне за миг до смерти? Никому не верь, Мэва, только Рейнарду. И ведь был прав старик. Спасибо за рассказ, Рейнард. Выйти замуж за старика. Классно, чё. Вильям не годится. Я начинаю думать, что Вильям и впрямь не годится в короле. Сынишка плохой. Жаль. Ваше Величество, не будем спешить с такими строгими оценками. Принцу 16 лет. 16 лет принцу, офигеть. Ему дали целое государство. Неудивительно, что он его чуть не просрал. В гражданской тут войне и междоусобице. Ну, бандиты, ладно. Они все равно же, считай, как граждане Гирии.
А значит, он достиг зрелости и должен уметь удержать корону. В каком месте он зрелый? Он пацан еще. Если по нашему закону... Ну ладно, я не буду про это. Тогда-то да, 16 лет это все, люди-то умирали. Средневековье, 25 лет все, считай, старик. Я оставила его одного на несколько месяцев. И смотри, что творится. В стране хозяйствуют бандиты. Может статься, есть обстоятельства, которые от него не зависят. Поверь, хотела бы я, чтобы так и было. Может, у Анси мозгов будет побольше, чем у брата, но я не особо надеюсь. Так, сейчас я... Да, привет, батя вернулся. Интересный никнейм, достаточно. Ой, F2 не нажал. Ой, все. Я камеру выключал. Там не надо было какого человека понять, поэтому... поэтому и выключил. Вот. По-прежнему стрим снова, ты два человека. Ну, я не знаю, еще, наверное, часок вот так вот, в принципе... можно постримить и, в принципе, закончить, потому что, ну, игра хороша, игра хороша, игра вот действительно супер вообще. Я не знаю, она превзошла все мои пока что ожидания, вот все, что я ожидал, да, твои 58 минут стрим, нормально. Так, я выключу, пожалуй, вот, вот так вот. Все, нормально. Так. Так, что там, да, может, сообразительнее будет. Девчонка, мальчишка. Мне пора. Ну да, мне нам надо идти. Серый гонец, что такое? А, все, потрачу время 35 минут. Выполнил задание 0, решено головок 0. Найти затык сундуков 0. Ой, один там точнее, что это я. Ну, он типа как подсчитывает всю нашу статистику, понятненько. Так, а что еще можно? Штаб командования. Чтобы сокровищ ресурсов региона, столовая, курица с твоим товарищем. Это что, дает возможность после каждой битвы получать 25-70 монет. Боевая повозка, ловушка. Мастерская 1. Где? А я не могу, что ли, улучшить пока что? 1000. А, недостаточно ресурсов. Жаль. Королевский шатер.
карте к следующей локации. Это у нас есть столовая. Ну, давай лучше наблюдательную вышку, чтобы гонцов посылать. О, появился. Все, я думал покинуть лагерь и нормально. Вот. Помните, что карту можно открыть щелкнуть по значку розы ветров слева. Роза ветров. Но она на лирию немножко похожа. Лирия. Ваш основной пункт назначения отмечен восклицательным знаком. Пролистать карту и посмотреть, что вас ожидает. Так, мы... ну мы вот так вот двигались. И мы где-то вот здесь. Куда нам надо? Нам надо вот сюда, в Орлиный ручей, так вот тут. Территория. А может это вся территория? Не в курсе. Вот. Значит, мы вот так вот идем. Нам немножко пройти еще это. Карта, кстати, вот этого региона большая достаточно. Достаточно объемная. Нам надо будет двигаться там куда-то. Дракон изображен. Коровы, быки. Ну это быки, скорее всего. Валы. Так. Это, я помню, это грифон, архигрифон, а это гарпий. Я помню. Это Древодор, что-то там такое. Это я вот стримеры смотрел, вот именно до сюда, как они доходили, и все. То есть дальше я уже не знаю, что делать, что как. Это вот копейщик лирийский. Вот, это здесь, наверное, храм какой-нибудь. Давай разведаем обстановку. Дальше будет трофейчики. Штучек, несколько штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять трофеев. И сюда надо будет принести. Нормально. Так, ну ладно, погнали. Так, что это? Зачем я вам подати плачу? Чтобы меня бандиты на главном тракте обирали? Если б не дорожные предписания, поехал бы в объезд через Содден. Ну, поехал. Говорили мне, что Лирия — дикая страна, что там беззаконие и неразбериха да срам кругом. Ты чё? Зачем я вам подати плачу? Чтобы меня бандиты на главном тракте обирали? Вот сейчас королева просто возьмет, сдернет за такие слова, и ты больше вообще не будешь ездить. Ты в курсе, кулачок? Как бы королева у нас импульсивная, так что... Так, боевой дух вашей армии постоянно меняется. Средний боевой дух не влияет на карты, а в то время как низкий боевой дух ослабляет каждый отряд на одну единицу, а высокий усиливает на одну единицу. Состояние боевого духа отражает значок в левом верхнем углу экрана. Угу. То есть у нас какой сейчас? Низкий, я так понял, да? Боевой дух изменяется в зависимости от решения, которое вы принимаете. Чтобы понять его, принесите жертву придорожной часовне. После выигранной битвы боевой дух вернется к среднему уровню, так что следите за ним не будете. У нас сейчас какой? Средний боевой дух. Значит, нам надо повысить его. Ну, высокий боевой дух. Отлично. Да, блин, куда ты там зашла? Королева. О, боги! А это что? Трупоеды. Их приманил запах крови. Да? Не позволю чудовищам хозяйничать на моих дорогах! Ренат. В атаку! Ренат тут все-таки мешковитый. У нее полководец. Кто же эти пилигримы, чьи тела лежали на обочине? В любом случае, им наверняка не повезло встретить кобелей с палой. Бандиты перелезли за жертву водки, оставили труп гнить под солнцем. Рассчитывая на то, что смрад повлечет головных падальщиков. Теперь любой, кто пройдет здесь, тоже может встретить ужасную смерть. Но кобелей это нисколько. Не забудьте. Заданная колода. Сколько раундов? Наверное, полностью. Это Альгуль, насколько я помню, по игре так выглядит Альгуль. У них там шипы сзади, они фигачат только в пути. Вот это Гуль обычно. Трофей особый тип карты, в вашей колоде может быть только один трофей. Отлично, трофей появится на поле битвы автоматически в начале партии. Туман посреди дня в такую жару? Неужели какие-то чары? Не чары. Исключено, граф. Будем держать ухо востро. Ваш отряд находится под влиянием эффекта тумана. Это один из многих эффектов, который вам встретится. Окей, эффект влияет на все карты в ряду усилия
усиливаю их или ослабляю. Ага. В будущем вы получите доступ к картам, которые позволяют вам добавлять подобные эффекты. Окей. Рейнар, что это? Туман. Призрак? Стрыга? Не знаю, госпожа. Туман. В первый раз вижу такое существо. Постоянно в такие когда-то убивал. Да, призовите копию этого отряда из вашей колоды. Так, а что у нас с Харуги делать? Каждый раз, когда мы... А, да, улучшает. Так, ну я, наверное, поставлю... Да, хрен его знает, кого поставить. Давай поставим этим. Надо было слухать мою бабу. Надо было слухать твою бабу, согласен. Этих трупоедов я знаю. Прошлой весной они полезли на мои земли запавшими овцами. Они не опасны, пока не обожрутся. После в них большая сила пробуждается. Сыграйте зелье храбрости, чтобы усилить один из ваших отрядов. Окей. Конец хода. Выглядит устрашающе. Но кровью они истекают так же, как и люди. Вперед! Бей тварей! Отлично. Чё, посуду, может? Окей, ладно, сходим. Доспехи их не спасут. Ну, пас, чё. Не знаю, чё я... Хорошо, что мы их прогнали, прежде чем они насытились. Ну, отлично. Так, двух лучников, одного это лучше. Так, когда карта трофея остается на поле битвы между раундом, поскольку обладает стойкостью. Ага, понятненько. Давай, погнали. В эту жатву вместо жита черных косить будем. Отлично, будем косить, не боюсь. А что у них делают? Обладавшие арену. В смысле? Госпожа, новые идут. Отъелись. Нехорошо, ваше величество. Ох, нехорошо. Уничтожьте сильнейший вражеский отряд. Господи, уничтожьте сильнейший вражеский отряд, затем усилите все дружные отряды на значение 8. Окей. Поглотите отряд в вашем сбросе и усилите эту карту на значение 8. Ага. Интересно. Так, арбалетчик размещаем сразу. Лирия! Конец хода. Но у нас три брони, я не думаю, что они мне покоцают его как. Они не тупятся на него. Дьявол, их возьми! Сильные, как валы. Ничего не боятся. Вот что делает с ними ярость, госпожа. Они теряют разум и не чувствуют боли. Видел я это уже. Госпожа, придется отступить. Мы уже не победим, но можем избежать новых потерь. Вот это сейчас... А, он кальцию лидера применил. Кальцию способность. Своей посудой вражеский лидер, ничего, ваш сильнейший отряд сбросил на пол тупоеда. Судил намного сильнее. Королева, нет ничего постыдного в том, чтобы уступить, если бой идет не по плану. Стратегическое отступление, вынужденное стратегическое отступление. Ничего, я тоже не вижу ничего в этом. Если раунд не сдастся, стоит поберечь силы и спасовать. Не забудьте, вы можете сделать это только в начале своего хода, до того, как сыграет карту или применить способность. Ну да. Если у меня лучники еще останутся в короле. Туз в рукаве. Так, что у меня будет? Ой, у меня новая карта сейчас. Ой, отлично. Ой, хорошо. Хорошо. А, у меня тоже 4 карты. Помните, это один проигранный раунд. Это. Помните, один проигранный раунд, это еще не поражение. Чтобы выиграть, надо добыть 2 очка победы. Мы должны победить! Окей. Отступать некуда! К бою! Смотрите, ой, вот какая-то новая тварь. Ух, как смердит. Где моя нюхательная соль? Нюхательная соль. Фиштекс какой-нибудь сраный. Наркоман сраный. Да, в чате ничего нового пока что я не увидел. Да. 1:09 идет, кстати, стрим. Неплохо. Так, чтобы успешно командовать армией, необходимо понять, как взаимодействует ваш отряд. Окей. Для начала сыграйте в Агенбург, рукопашный способность эту карту усилить с каждым новым отрядом, выложенный ее ряд.
ужину в ее ряд. Ага. То есть, ну, допустим, я ее положу сюда. Карта подачи приказа можно активировать вручную в любой момент, только через некоторое время после размещения на поле. Значок внизу карты показывает, когда будет доступна ее способность. Окей, на своем ходу вы можете активировать приказ определенного числа карт. Большинство из них могут выполнить приказ одиножды и лишь некоторые многократно. Ага. Когда он... Так, добавить каждый... Наверное, через ход разобудется. Конец хода, давай. Это Риллерс. Так. Так, он поглотил. Сыграть арбалетчика в рукопашную дуэль, чтобы воспользоваться способностью Вагенбурга и прибавить к этому... Достаточно одной стрелы. Наверное, вот так. Используйте способность Вагенбурга. Конец хода. Опять сожрал измену брос. Способность Рина поможет вам заново активировать карту отряда приказ, чтобы отдали. Благодаря этому вы сможете снова использовать способность Вагенбурга. Копашный. Ага, окей. Ее Величество знает, что делает. Конец хода, приколы. Но здесь как бы вот 33 на 18. Смотри, 22. Ну и я и последний ход тогда от карты. Так, у противника кончилась карта, а вы получили значительное преимущество. Победа уже маячит на горизонте, так что можно спасать или насладиться триумфом до конца. Укажите мне цель. Ну и напоследок кого-нибудь усилим. Давайте. Изи. Бестии обречены. Мы победили. Я просто представляю, как я с бестием в картишку перекидываюсь. Типа, эй, Гуль, пошли в картишки в гвинт играть. Пошли. И начинают играть монстры с людьми в гвинт. Блин, это серьезно как-то нелепо выглядит. Так, найдено письмо, любимый мой. Умоляю, напиши, как только ты берешься до святилища. Прошло всего 2 недели, но я уже по тебе скучаю. Без тебя в доме пусто. Надеюсь, наше подношение, пусть и скромно, порадует великую мать. И мы наконец-то дождемся ребенка. Я уверен, что ты будешь прекрасным отцом. Береги себя и возвращайся ко мне живым и здоровым. Твоя навеки Фрильке. Не дождешься его Фрильке. Мертвый твой муженек. В могиле чевает. Так, деревяшек сейчас на фарме. Ой, еще и монеток на фарме. Красиво. 97 монеток. Ой, хорошо. Так, здесь должны быть еще где-то. А, вот. Так, что скажешь, мужик? Уж столько мы дерева нарубили. Не сгодится ли вам на что, госпожа? Потому как, если да, то берите, сколько душа пожелает. Раз их кобелями зовут, так и надобно с ними, как с кобелями, обходиться. Мы строим мосты для господина старосты. Мы строим мосты для господина старосты. Красиво. Песенка прикольная. Нормальная песенка. 99 монеток. Так, что у меня по чатику? Чатик у меня вроде не активен. Да, час 14, ну, нормально. В принципе, уже, наверное, надо в завершающую стадию переходить немножко. Вот. Мы строим мосты. Для господина старосты. Блин, прикольно. Так, где? Здесь еще должно быть, наверное, да? А, вот, все. Я и помню, что что-то такое. Разведчики тут. Указать службу для быстрого перемещения по карте региона. Переместить между ними в любой момент. Окей.
Так, здесь что-нибудь есть? Отлично. Плюс 20 дерева. Хорошо. Видали вы их, нехари, госпожа? Рога, клыки, рыло. Будто из кошмара какого. Нормально. Ваше Величество, усмирите этих разбойников, а то же страх в поле выйти. Поднять на королеву руку. Ничего святого у кобелей этих. Согласен, ничего святого, сукины дети. Ну, кобели, что поделать, что хочешь. Кобели. Плюс 7. Новобранцев. Отлично. Что такое? Вскоре вместе с кортежем Мэва достигла Орлиного ручья. Ну да, я так и солдаты ожидали королеву, стоя по стойке смирно под палящим полуденным солнцем. Ваше Величество, граф Колдуэлл. Вольно, сержант. Докладывайте. Докладывай. Мы согнали мужичье на площадь. Есть подозрение, что они помогают бандитам, но добром мы не смогли это у них выведать. Ваше Величество, велите привести палача. Он как петельку накинет, а мигом они разговарятся. Но... Сначала я сама с ними поговорю. Ваше Величество, королеве не подобает допрашивать чернь. Неужели? Корона с моей головы от этого не свалится. Введите их. Ой. Склоните головы. Ее Величество Мэва, королева Лирии и Ривии. Сжальтесь, добродетельница. Мы люди простые. Ни в чем не повинные. Встаньте с колен. Вы мои подданные, а не рабы. Мэва протянула для поцелуя руку с королевским перстнем. Но деревенщина, как видно, незнакомый с дворцовым этикетом, схватил ее ладонь и горячо потряс. Вот это да. Неужто мы перешли на ты? Возмутительно! Солдаты! Взять его! Все под контролем, Колдуэлл. Ну, блин, госпожа, простите. Неотесанные мы. Пустяки. У тебя крепкая хватка, а я уважаю сильных мужчин. Как тебя зовут? Хельмер, сын Лемборка. Очень приятно, Хельмер. Я в отчаянном положении, мне нужна твоя помощь. Я прошу тебя честно, отвечай на все мои вопросы. Кто верховодит бандитами? Видали моего госпожа. Имени у него нет, только кличка чудная. Кобелиный князь. Надо же. Дворняга голубой крови. А он говорил, куда направляется со своей сворой? Любка, ты помнишь, о ком он говорил? Как его? Клитон? Блин, мне немножко другое слово показалось. Клейтон. Лорд Клейтон. Его владения лежат к югу отсюда. Вели трубить в поход. Отправляемся туда. Сейчас же. Госпожа, не обижайте князя. Он нам еды дал. И кошель за радушие. Молчать, хамье! Королева сказала свое слово. Ваше Величество, какие будут приказы? Что с ними делать? Решение, которое вы примете, повлияет на развитие событий сразу или через некоторое время, тщательно обдумать свои поступки. Выпороть. А я не знаю, какое решение принять, серьезно. Выпороть как бы менее опасно, наверное. Но они честно ответили. Я не знаю, серьезно. Вообще не знаю, как поступить. Привет, Дмитрий Форест. Привет, привет. Спасибо, что уже шел на стрим. И смотришь стрим. Вот. Я, наверное, вот так вот
где лучше освещение? Ой. Ну вот надо вот, наверное, может их постричь в этих. Да, я вот что-то думаю тоже, как бы мужиков постричь, типа воины, лишние воины не помешают. Я вот думаю. Блин, серьезно, не знаю. Как бы, а выпороть это, наверное... Ну давай заберем. Кобелиный солдат. Князь вас накормил? Значит, вам хватит сил взять в руки оружие. А раз он вам заплатил, то и жалование из казны вы не получите. Справедливо. Сержант, немедленно взять в строй всех мужчин, кому уже есть 15. На 5 лет. О, госпожа, да. Ведь скоро жатва. Кто соберет урожай? Мэва растолкала крестьян по сторонам и галопом поспешила в направлении поместья лорда Клейтона. А жители Орлиного ручья еще долго обсуждали королевский визит. Шепотом, за закрытыми дверями. Ну, ясно, а зачем? Ну, так вот, жатва, не жатва, войска, надо, скоро война будет, Мидгард, все дела. Гадом воевать будем, каждый мужчина на счету. Чё это такое? А, это... А чё, погоди, а чё это такое? А, это скобье в день, как в Ведьмаке, похож, кстати. Интересное место. А, это кладбище, что ли? Да, это кладбище, похоже. Нам надо сюда головоломка. Интересное место. Головоломка снова. Доски объявлений позволяют узнать обо всем, что происходит вокруг. Щелкни по такой доске, и на карте региона появится отметка, указывающая на интересные места. Что происходит, Рейнард? Бандиты нападают на королевских сборщиков податей среди бела дня? Они заплатят за это, госпожа. О да, и не только они. Неладно что-то в Лирии, Рейнард. Мои владения пришли в упадок. Правильно. Госпожа, ваш подданный Ярополк и Вилмер нижайше просят о помощи. У их телеги лопнула ось, а они спешат на базар. Что прикажете делать? Блин, сейчас деревяшек мы больно-то не найдем, а золото у нас, в принципе, в достатке. Погоди, а что у нас среднее? Давай-ка мы дух повысим. Ой, нормально будет. Я думаю, нормально. О, там можно вот собрать. А что вот здесь? Ой, это нормально. Ой, там еще вон. Так, надо туда обратно вернуться, в деревеньку. Я пропустил немножко ресурсов. Вот здесь. А вот здесь закуточек такой, и непонятно, что здесь ресурсы. Здесь хрен поймет, что это ресурсы. Вот такая вот штукенция. Да. Так, а здесь еще деревяшки. А, и золото. Отлично. Опа. Да. Что за нижний брейк сейчас был? Так, краля в этом доме засел кобель и спал. Он был ранен во время нападения на Орлиночей и товарищ его бросил. Обещает рассказать, где эти шаек зарыл часть добычи, если мы его пощадим. Повесить его в задницу. Интересует меня сокровище. У нас, в принципе, денежка-то достаточно. Так, а чё вообще? По лагерю, кстати, надо посмотреть. Чё у нас по лагерю? Мастерской у нас. Увеличит допустимое количество украшений у Мэлы. Ага. Шапкомандование. Учебный плац. Чё у нас? 2000 не хватает. 25-70 монет. Ну, это, я думаю, вот надо вот на карту вот эти новые накопить там будет, и все. И думаю, нормально будет. Отправиться в поместье лорда Клейтона. Окей, отправимся. Ну, вот. Так, чат я немного сдвину. Немного сдвину еще вот так вот. Угу. Брум. Брум.
Так, а вот туда как-нибудь. Что такое? Что это за грохот? Осторожно, камни! Камни? Ой, камешки покатились. Рейн бросился к Мэйви, вытащил ее из седла. Опоздаем хоть на мгновение, жизнь короля оборвалась бы под огромным камнем. Впрочем, это было только начало. Целый склон начал оседать на дорогу вместе с храмовой стеной, стоящей на его вершине. Краем помрачнел от вида раздавленных на крик умирающих солдат, однако ей нужно было действовать, чтобы взять свой отряд под контроль. Берите все полуумные. Этот бой пройдет только один раунд. В этой битве появится уникальная карта. Чтобы решать главку или выполнить основное задание. Окей, один раунд продлится. Окей. Так, сейчас. Бой пройдет только один раунд. На нем, наверное, тогда и закончу. Некоторые битвы проходят по особым правилам. Здесь нужно не только отдать противника, но и достичь указанной цели. В конце следующего года начнет очко. А в этой битве требуется еще все силы, прежде чем они достигнут отряда. Я думаю. Назад! Стена рушится! Спасайся, кто может! Госпожа, укроемся за повозкой. Выдвинем ее вперед. Так. Что такое? А, это... Так, сыграйте в Вагенбург в рукопашном ряду. Окей. И что теперь? Завершить свой ход. Как вас мало! Подтяните, товарищи! Живо, живо, пока я добрый! Так, сыграйте оборонщика в копашном ряду и атакуйте лаун, который находится ближе всего к Мэйви. Укажите мне цель. Так, завершите свой ход. Так, сыграйте еще одного оборонщика и атакуйте лаун, который находится ближе всего к Мэйви. Учтите, что рано количество раз... Арбалетчик, по вашему приказанию. Отлично. Блин, почему я именно атаковать не могу? Он может сейчас три нанести удара. Так, сыграть еще одного пальчика и атакуйте вон, который находится ближе всего к Мэйви. Окей, еще один. Доспехи их не спасут. Повозка! За повозку! Сейчас же! Так, используй спонсор, чтобы уничтожить последний валун. Получилось. Спасибо, Рейнард. Отлично. Стены монастыря рухнули. Должно быть, что-то повредило опоры. Или кто-то. Ну ладно, поехали. Отлично. Так, здесь что у нас? Я думаю, надо уже заканчивать. В принципе, неплохо. Кровная вражда. Игра хорошая, прям зачетная. То есть она стоит своих денег. Хоть не получилось, она у меня по скидке немножко там. Немножечко по скидке я ее взял. Я думаю, да, надо бы заканчивать. Да. Вот. Блин, надо немного свет себе. Блин, как бы отсветить бы наоборот нормально. Во. Думаю, так нормально. Меня видно. Так, волосюшку поправить. Выйти в главное сейчас меню, сохраниться. Сохранить и выйти в меню. Так, там.
продолжим мы, наверное, на следующем стриме, скорее всего. Я же сетевая игра есть. Да, так что на стриме мы на следующем стриме мы продолжим. Вот, плюшки будут, не боись. Только дочерские плюшки, может быть. Ладно, по крайней мере, у них пока что нету. Ладно, всем тем, кто посмотрит записи, спасибо большое, в общем-то, за то, что посмотрели стрим до конца. Всем тем, кто смотрел этот стрим, кто еще оставался на нем, тоже спасибо. Вот такая вот кровная вражда, Ведьмак истории. Игра, опять-таки, от CD Projekt. Она... Это просто божественная игра, серьезно. Прям без привлечения. Эта игра простая, но она просто вот... Прям игра на миллион. Вот. Как-то так. Да. И, собственно, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны и смотрите впервые этот вообще стрим в записи. Ставьте лайки, комментируйте. Ну или дизлайки ставьте, если не понравилось уж. С вами был ваш нарезчик Эндрю Плеер. И до встречи. Увидимся, сослышимся. Пока.